Так, лук. Измельченный. Все. Туда кидаем. Давайте салата, два мешочки. Я уже в этот раз взял не два, а три мешочка. Чтоб не порвались, не протекли, там, в принципе, не смотреть. Так, теперь мелко крошим чесночок. Извиняюсь, что не профессионально, но шашлычок получится высшего разряда. Проверено. Так, все, отправляем это туда же. Вот, теперь берем кружечку, ложечку и бросаем туда 4 столовых чайных ложечки сахара. 4. Так, красота. Теперь дышите. Берем мед и бросаем туда такую ложечку, так сказать, с горкой. Вот, видно. Сюда. Чайник я уже закипятил. Вот, и заливаем это все кипяточком. Все. Сейчас она растает. Пока оно... А, стоп, еще ж мы не добавили соевый соус. Все, так, наливаем. И туда выливаем. Соль не добавляем. Все. Так, оставим мясо с холодильника. Вот такое у нас мясо. Вот. Моем его. Ой, нарезаем порции. Такими кубиками, чтобы они были как на шашлычок. Вот. Приблизительно. Жена хотела, чтобы это все запечь одним куском. Можно и так сделать. Но все равно надо, надо было бы сделать все равно, чтобы она так внутри, как сказать, прожарилась. Так, теперь эти кусочки нарезаем такими кубиками. Как на шашлык. Ставим и туда. Все. В этот маринад. Лучше едем. Так, сюда кусочка. Отрезаем. Все. Так, что у нас тут сахар с медом? Он уже практически растаял. Пахнет медом. Вот. Но вода остается у нас сколько там? 2 часа. Все это залили. Одна получился такой тройной мешочек. Вот теперь мы его выкладываем, а сюда заливаем просто воду. Ну, побыстрее было горячую воду. Вот такой пол всего. Включаем большую конфорку на большой огонь и ставим ее сюда. Так, жара, выдушиваем воздух.
на изрядным углом. Вот так. Все. Ждем, пока вода закипит. Вот так у нас получилось. То есть только... Все. Когда вода закипит, на этот мешочек, как в прошлый раз, положим туда воду кипящую. И будем 20 минут кипятить. Потом достанем мясо, положим аэрогриль и будем выпекать на шпажках. Получится шикарные шашлыки. И все это за 40 минут. Вот, и уже теперь мы все зажарили. Вот, и получились у нас вот такие шашлычки. Ай-яй-яй, какая прелесть. Вот она. Наша скоро аэрогриль. Все. На все про все ушло час и 5 минут. Супер. Приятного аппетита. Так, берем блюдо. И несем его к столу. Так. Вот слева. Все, с наступающим вас, господа.